Самая частая причина пожаров и возгораний – неосторожное обращение с огнем или электро- и газовыми приборами. Число сообщений о возгораниях растет осенью. Пока отопление в дома и квартиры еще не поступило, анапчане отапливают помещения самостоятельно, чем придется. Для профилактики несчастных случаев напоминаем правила пожарной безопасности. Людям, значит, если они пользуются самодельными или бытовыми электронагревательными приборами, то их необходимо ставить на специальные подставки негорючие, которые из негорючего материала находятся. Необходимо соблюдать расстояние от стен, чтобы они в случае нагрева этого газонагревательного прибора или электрического прибора не произошел нагрев стены и самовозгорание или возгорание. Вот. Ну и постоянно следить, если они во включенном состоянии. В целях предотвращения и предупреждения пожаров силами личного состава спасательной службы вводится профилактическое патрулирование по населенным пунктам. Владельцам домов раздают памятки, проводят разъяснительные беседы, напоминая, категорически нельзя использовать бытовые приборы в качестве отопительных. Спасет от пожара своевременная уборка в жилом доме и на даче от горючих отходов, мусора и сухой травы. Опавшую листву нельзя сжигать, листья безопаснее собирать в контейнеры для мусора, установленные на улицах и во дворах микрорайонов. И на всякий случай напоминаем, при обнаружении пожара сообщите о возгорании по телефону 01 или с мобильного 112. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа регион.